Георгий Чижов, мой первый гость сегодня. Здравствуйте, господин Чижов. Здравствуйте. Вот у нас сегодня символическая такая цифра, 77-й день полноценной войны. 77-й день – это когда на Луганской части фронта обстрелы, бомбежки и бои целую ночь, целый день. И в крылатые, но не качели, а ракеты прилетели в Запорожье, в Харьков, а в Новгород, Сиверском серьезные военные два объекта разбомбили. Это школу-интернат и школу. Вот для нас как бы это обыденные новости день ото дня. Об этом можно прочитать и узнать сейчас в Москве? Ну, я, поскольку не нахожусь в Москве, достаточно трудно об этом судить уверенно, но судя но по друзья, тому, что говорят? Прочитывать, анализируя средства массовой информации российские, которые доступны онлайн, и анализируя то, что происходит в социальных сетях, там реальность какая-то совершенно другая. Там продолжается операция, российские войска побеждают каких-то нацистов, везут пищу в разоренную предыдущими годами жизни Украину и так далее. Ну, то есть, эта картинка, ну, совершенно не имеющая ничего общего, не имеющая даже практически точек соприкосновения с реальностью. Георгий, а сколько еще можно... Информацию практически невозможно. Да. А вот сколько еще можно вот так дописывать продолжение романа Джорджа Оруэлла «1984»? Сколько еще можно? Месяц, год, десятилетие? Ну, вы знаете, судя по всему, можно очень долго. Вот советская власть очень боялась, как мы помним, пишущих машинок. Они все были чуть ли не на учете, да, там по каким-то недостаткам в шрифтах могли определить владельца. Что уже говорить про ксероксы, которые появлялись в разных, как правило, режимных институтах. Потому что советская власть боялась слова. Она считала, вот прорвется свободное слово к людям, и все, империя развалится. Кстати, так и произошло. В этом смысле путинская империя, она устойчивее. Она до какого-то времени терпела даже наличие каких-то газет с альтернативным мнением, каких-то интернет-ресурсов. Да, она сразу забрала контроль над телевидением, а все остальное, ну, как-то до поры до времени существовало. Сейчас, правда, уже нет, потому что война, потому что еще опаснее, что какие-то люди начнут прозревать. И тем не менее, получилось так, что в России какой-то процент людей, несмотря на огромные сложности с доступом к информации, к этой информации все равно прорывается и все равно понимает, что происходит. И этим людям совершенно бесполезно рассказывать разные путинские байки. Ну, а все остальные продолжают оставаться вот в той искусственной реальности, которую создает российская пропаганда. Появился, правда, еще один тонкий слой, который меня пугает. Вот я как раз стал наблюдать последние дни его появления. Это люди, которые вроде бы здравые, которые все понимают про политику России, про войну в Украине, и тем не менее говорят, а вот все равно, мы же знаем, что Запад сейчас поддерживает вас, украинцев, для собственной выгоды, он вам потом счет предъявит, он вас обманет и так далее. И вот у этих людей очень заметно проскакивают нотки путинской пропаганды. То есть, казалось бы, здравые люди, но вот эта огромная промывалка мозгов начинает на них действовать тоже. Хорошо, а чем дольше и чем больше я пробую найти когда-то своих гостей, знакомых и даже друзей, но все выехали из России. Тогда кто же будет строить новую Россию после Путина? Ну, понимаете, дело в нашем круге общения. Большинство моих знакомых тоже выехали. И тем не менее, чисто статистически, с 2014 года Россию покинуло, ну, не больше 2 миллионов человек. То есть, по средним данным, порядка 1% населения. Ну, вот представьте, в зале на каком-то достаточно скромном мероприятии 200 человек сидят, да, из них двое взяли и вышли. Этого, на самом деле, никто не заметил. Другое дело, что это, конечно, чаще всего не совсем среднестатистические люди, это люди с более высоким уровнем образования, с более высоким социальным капиталом, какими-то профессиональными навыками.
То есть Россия от их отъезда, безусловно, обеднела, но, похоже, этого не осознала. Действительно, есть ощущение, что в плане социального капитала, в плане людей, способных что-то созидать, а не только разрушать, Россия превращается потихонечку в пустыню. Я знаю людей, которые там остаются, и с одной стороны на них есть надежда, остаются сознательно, чтобы строить новую Россию, когда весь этот морок закончится. Но с одной стороны непонятно, дотянут ли они до того момента, находясь в России. А с другой стороны, именно им-то первым и приходится занимать какую-то позицию, которую мы называем все не так однозначно. Потому что если они будут заявлять каждый день жестко свое несогласие с режимом Путина, ну их просто физически уберут, так или иначе, или посадят надолго в тюрьму, откуда неизвестно, будет ли выход. Поэтому проблема с обустройством постпутинской России, она очень такая большая. Если вспомнить, ну, мы вынуждены, хотим мы того или не хотим, все время проводить аналогии с нацистской Германией. Так вот, в нацистской Германии ключевые посты после окончания Второй мировой войны заняли все-таки представители эмиграции. Естественно, при поддержке оккупационных администраций. Как бы ни пришлось в России делать то же самое, потому что российским иммигрантам сейчас большинство населения склонно не доверять, опять-таки под давлением пропаганды. Да, вот, Георгий, но это уже было в истории России. Вот когда пришла банда Ленина, тогда тоже была одна из самых больших эмиграций. Но это было вымывание мозгов, потом оскотинивание, потом красный террор. И не было волны возвращенцев, так, когда этот совок рухнул. И почему считать, что новая российская эмиграция с высшим IQ захочет возвращаться в этот быдлостан, в который Путин превращает всю страну от Калининграда до Владивостока? Ну, многие люди элементарно хотят вернуться домой, и они до сих пор не признают, что это страна Путина и вот всех этих орков, а не их собственная страна. Да? У них чисто такие нерациональные есть желания, ну, естественно, в общем, мне кажется, для многих людей вернуться просто домой. Кто-то считает своей миссией, да, увидеть свою страну обновленной и помочь ей в этом обновлении. Не знаю, тут вопрос индивидуальных стратегий. Посмотрим, как это будет выглядеть. Надо сказать, что в банде Ленина интеллектуалы-то были. Другое дело, что потом они, как бы подружившись с дьяволом, в конце концов разделили в основном судьбу тех, кого они убивали и у кого экспроприировали собственность. Их тоже перемололи эти сталинские жернова. Но, по крайней мере, там был определенный интеллектуальный потенциал и была смелость пригласить западных консультантов. Сейчас уже не секрет, что во многом на американские деньги и с помощью американских инженеров проводилась сталинская индустриализация. Может быть, если Россия изживет свою нынешнюю идеологию и свой нынешний режим, то западная помощь опять будет. Хотя я бы на этот раз подходил к делу очень осторожно, чтобы не дать возможность змею, дракону вместо отрубленных голов вырастить новый. Хорошо, а если посмотрите на Россию и Москву начала 90-х. Миллион на улице, куча людей, которые против совка и тоталитаризма. Миллионы подписчиков читают «Огонек» о зверствах, о совке, о сталинизме, о всем. Куда эти люди все испарились? Это не так давно было. Ну, это было достаточно давно. Я был среди этого миллиона тогда. И был одним из самых молодых участников. А сейчас по возрасту уже подхожу к тем, кто тогда составлял большинство. Да, условно говоря, это поколение моих родителей. Из них многих уже нет. Кто-то уехал за границу. Кто-то просто отошел от активной политической жизни, разуверившись во всем и вся. Да, тогда за Россию было не стыдно. Когда советские войска штурмовали Вильнюсскую телебашню, и это было по нынешним меркам очень вегетариански, но все равно там погибли люди, и столица России вышла за свободу братского литовского народа. Литва еще формально была частью СССР,
Но москвичи в тот момент поддерживали свободу Литвы и полную независимость от Советского Союза. То есть они выступали как антиимперцы. Вообразить это сейчас невозможно. Ну, диагноз, ресентимент. Вот это странное ощущение, это фантомная боль по тому, чего не было. По якобы какому-то величию, которое обеспечивала нам империя. Хотя это величие было кажущимся. За ним стояла ненависть покоренных народов и желание их поскорее от этой империи убежать. Уже вы в оккупированном российскими войсками Мариуполе, в котором продолжают лететь бомбы, причем большие стратегические бомбардировщики, даже задействованы для завода «Азовсталь», где последний бастион сражается. И вот за меньше, чем за 2 месяца уничтожено мирного населения больше, чем за фактически 4 года нацистской германской оккупации города. Вот что еще нужно для того, чтобы российское общество перешло на следующий этап этой компьютерной ужасной игры? Потому что сейчас период несогласия, но тихо и только на кухне. Вот что еще надо, чтобы произошло, не знаю, на фронте, либо в стране, в Украине или в России, чтобы перейти из этапа на кухне, ну, хотя бы на этап на улицу? На улицу перейти, да, сейчас чрезвычайно сложно, потому что вся силовая инфраструктура государства настроена на то, чтобы любой вышедший на улицу тут же был изолирован от общества. Поэтому выходить реально можно только очень большими толпами. Такими, которые не рискнут разгонять росгвардейцы, а если рискнут, то потерпят поражение. Для этого, я думаю, должно измениться прежде всего социально-экономическое положение российских граждан. Сейчас они слишком хорошо живут. И поэтому им очень трудно понять украинцев, многие из которых потеряли все, да, потеряли дома и уезжают там с одним чемоданом вещей или просто в том, что надето на тело, уезжают в другие регионы. В России пока, как говорят многие, примерно все так, как было, да, так не продлится. И когда звучат голоса внутри России в защиту там, какого-нибудь челябинского слесаря с зарплатой $300, который больше всех пострадает от санкций, ну, извините, пусть пострадает. Я не желаю зла этому слесарю, но пока он не пострадает, он не поймет и не перейдет хотя бы от молчаливой поддержки российского вторжения, хотя бы к молчаливому ее осуждению. Вот это будет первый шаг, да, за которым может последовать и выход на улицу. И если надо, чтобы для этого осознания санкции ударили по простым людям, ну, значит, судьба их такова. Ну вот теперь вопрос глобальнее к вам как к политологу. Я смотрю, как хитро играют некоторые компании между санкциями. 20 компаний оформили заявку о оплате российского газа от «Газпрома» в рублях, конвертируя евро. Еще 14 компаний подали заявку на оформление таких документов. Это уже классический вариант, когда если это будет 3-4 компании, это будут те же сотни миллионов долларов, которые позволяют режиму держать в узде народ и продолжать военные действия в Украине. А про эмбарго нефтяное вообще сейчас молчу, потому что это еще дискуссия, как говорят в Будапеште. Эти санкции заработают, потому я имею в виду газовое реальное эмбарго и реальное нефтяное в ближайшем, хотя бы вот этом году. Я надеюсь, что санкции все-таки заработают. Да, вы говорите о компаниях европейских стран, которые покупают газ, да, их, соответственно, больше, чем стран в Европе, там у них не по одному национальному оператору. Угу. Есть достаточно четкое решение ЕС о том, что оплата газа в рублях – это обход режима санкций. И я думаю, что Евросоюз примет меры против своих компаний, которые пытаются таким образом санкции обходить. Я пока об этих мерах не слышал, но тем не менее четко заявленная позиция заставляет надеяться, что так оно и произойдет. Пока мы вот видим, что Россия отключила поставку газа Польше и Болгарии, и ничего страшного в этих странах не случилось. Этот момент, возможно,
успокоит тех, кто опасается, что их население пострадает там, из-за российской агрессии. Должны заработать эти санкции, потому что Запад их принимает не для того, чтобы формально поставить галочку, а чтобы реально накинуть какую-то узду на обезумевшее кремлевское руководство. Поэтому будут уточняться механизмы. Что касается нефтяного эмбарго, ну, в конце концов, сама Венгрия не так уж много покупает нефти у России, и есть возможность заблокировать ее дальнейшую продажу. Поэтому я думаю, что если Венгрию никак не удастся уговорить, то просто 26, или сколько там стран Евросоюза, да, всего их 27, по-моему, 26 стран тогда могут принять это эмбарго. Это не будет эмбарго Евросоюза, это чисто бюрократически будет сложнее. Но тогда Венгрия себя поставит в очень сложное положение. Я думаю, что Будапешт все-таки попытается до чего-то доторговаться. Ну и торгуется. Но в любом случае, эта покупка нефти одной Венгрии на всю Европу критической не будет. Хорошо, но в потоке денег из Китая меньше, а вот из Индии побольше. Плюс Китай тоже играет в двойную игру. Это единственная страна, в которой активы российского Центробанка активны. В других банках, американских, европейских, они заморожены. То за вашими расчетами, какой еще предел мощностей в Путина продолжать войну? А то нам все чаще говорят, что Кремль играет в долгую войну, а насколько, ну, играет, а насколько хватит мощностей, вот это интересный вопрос. Ну, мы видим, что Кремль перешел к более экономной тактике. То есть вот я, как и многие, наверное, наши зрители, слежу за статистикой потерь противника, который публикует украинский генштаб, Министерство обороны. Судя по всему, это достаточно объективно. Ну, я не говорю, что прям все точно считается, но достаточно объективная статистика, особенно по потерям техники. Вот последние дни практически не растет количество сбитых самолетов российских. Почему? Потому что они просто перестали заходить в воздушное пространство, контролируемое Украиной. Они сейчас выпускают свои ракеты либо над территорией самой России, либо там... То же самое происходит и с другими видами вооружений. Даже ракетные обстрелы стали более прицельными. Ну, оттого для нас, может быть, более болезненными, но тем не менее. Вот. То есть, если Россия сейчас осознала, что военные ресурсы ее тоже не безграничны и включают режим экономии, война может затянуться надолго. Многие сейчас западные военные аналитики говорят о войне на истощение. Ну вот, конечно, если бы Украина была против России один на один, истощение у нас наступило бы гораздо быстрее, ну, по понятным причинам. Да? Россия огромная страна с огромными запасами природных ресурсов, с существующими логистическими возможностями эти ресурсы продавать. Но дело в том, что на нашей стороне, в общем-то, весь цивилизованный мир. И если мы возьмем, опять-таки, Вторую мировую войну, уже посчитали экономисты и историки, что по состоянию, по-моему, на 43-й год суммарный ВВП Гитлера и его союзников, держав оси, было меньше суммарного ВВП союзников США, Великобритании и СССР в 5 раз. Так вот сейчас ВВП стран, которые поддерживают Украину, суммарно превышает ВВП России, по-моему, в 22 раза. И я думаю, что как бы ни пыталась Россия вести войну на истощение, истощится она первой. Украина все будет получать поддержку. Да, конечно, наши люди продолжат страдать, многие еще долго не смогут вернуться в свои дома, но, тем не менее, и такого рода войну мы выиграем. Ну вот, за этот тост хотелось бы поднять 100 фронтовых, да, и уже увидеть этот День Победы и дату в будущем, пока мы не будем открывать и гадать на гуще, но хочу вас поблагодарить. Георгий Чижов, политолог, был на связи с нашей студией.